У меня вопрос, знаете какой? Зачем вы мне пишете, что баночек в пятерочке нету? Что ли Литэнерджи, ну, типа, закончился? Я ведь сейчас скину телефон до Москвы корешу и проверю все сам. У меня бросок ебанутый. Поехали. Так, ну чё, привет всем. Я у пятерочки. Пойдем посмотрим, что там за обстановка. Так, ну все, я нашел энергетики. Их нету. Получается, что нету энергетики. Ладно, если по правде говоря, вы просто на прогиб пятерочку кинули, все полочки опустошили. На самом деле очень мало сейчас, где можно встретить Литэнерджи. Но дозагрузка идет, и я напоминаю, что купив одну баночку и сохранив чек, который можно загрузить на сайт, вы можете выиграть М8. Если вы вдруг забыли, что такое М8, а еще одна из самых эксклюзивных М8 в России, то я еще в следующей истории напомню. Это эксклюзивная версия на карбоновых сидушках, на сексуальных, на карбоно-керамической тормозной системе, на белом салоне, на максимальной акустике. Это фулл комплектация, пацаны, дамы. А, чтобы вы понимали, я ебать, короче, в этом плане задрот. Я даже не стал срывать, чтобы вы понимали. Легендарный Акрапович.